Короче, слухи. Многие звезды и пользователи в интернете до сих пор недовольны высказываниями Аллы Пугачевой о холопах. Лариса Лужина критиковала Примадонну за ее пылкие замечания и тут же столкнулась с волной негативных комментариев от поклонников певицы, услышав, как Примадонна осыпала народ неприятными словами. Актриса не выдержала. Она тоже холопка. Значит, как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что она такая мудрая женщина. Я считала ее умным человеком, соображающим. А с этим заявлением о холопах и рабах что-то там переклинило у нее, злилась Лариса Анатольевна. Цитата народной артистки не понравилась поклонникам 74-летней Примадонны. «Ко мне чуть ли не каждый день подходят люди», — подивилась она. Говорят, зачем вы оскорбили Аллу Борисовну? Почему назвали ее быдлом? Исполнительница убеждена, что ее никак не трогают хейтеры. Любите свою жизнь.